О причинах гибели рыбы в Балхаше рассказали специалисты. Как показала экспертиза, это не связано с нарушением экологических норм. В местной рыбинспекции предполагают, что, скорее всего, виноваты браконьеры, которые просто выбросили незаконный улов в воду. Напомню, ранее в устье реки Каратал на озере Балхаш обнаружили тонны мертвой рыбы. Видео в социальные сети выложил один из местных рыбаков. На жалобу отреагировало руководство Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции. Совместно с представителями природоохраны и прокуратуры специалисты ведомства провели проверку. Экология уже дает свое заключение, что никаких примесей в воде ничего нету. В данном случае рыба вида лещ. Если бы было бы 5-6 видов, если бы вода была заражена, там не только бы одна рыба, там бы вся остальная фауна, флора бы погибла бы. Теперь вот ждем заключения Балхашского филиала НПЦ, научно-производственного центра.